Видим, что, да, нереально другого приложения лежит, безусловно,
Ей право, да ведь магические проекты, они всегда направлены на предпринимательство, получение прибыли, а они всегда направлены точно так же на решение какой-то проблемы, да, только проблема в экологическая. Если производство работает по-старому, мы знаем, как его запустить по-новому, чтобы технологии работали более эффективно. Вот такую картинку, кстати, мне выдала нейросеть «Минск-1» по запросу «Игровые социальные и технологические проекты». Вот где здесь социальный проект заложен, где технологический, я думаю, будет, у каждого будет свое видение и мнение. Но, естественно, я видел это именно таким вот образом. Говорим об особенностях социальных проектов. В первую очередь, они всегда направлены на решение просто значимых социальных проблем. Например, слабый уровень развития функциональной грамотности. Или недостаточный уровень патриотизма в подрастающем поколении. Или проблемы с экологией на конкретной локализованной территории, да, местности. Может быть, недостаток профессиональных каких-то компетенций. Или желание наработать эти компетенции. То есть все это просто значимые социальные проблемы. Их огромное количество, поэтому мы будем останавливаться на всех. Вторая особенность – это переход от глобального уровня к социальным проблемам, локальным уровням, школьным проблемам, городам и так далее. То есть социальные проблемы, на каждый момент, они не создаются из разряда сейчас, но они действительно в прошлом мире решили главную проблему, и все будут жить дружно и счастливо. Нет, это, к сожалению, не так. И всегда социальные проекты, они проводятся на конкретной территории, да, они имеют свою локализацию. Они реализуются в городе, школе, районе, городе, университете и регионе, что позволяет конкретизировать усилия на какой-то конкретной площадке, территории, да, и проводится с определенной целевой методикой. Третья особенность – предложение образования и решение проблемы и переход и частичной реализации. В рамках любого социального проекта мы с вами создаем план наших действий по решению социальных проблем. Что нужно сделать? Например, если такая проблема, мы выбираем поддержка животных в перебытиях, да, то первое, мы делаем, проводим анализ периода, который нужна поддержка. Второе, мы осматриваем данный период. Зачем какая поддержка нужна? Третье. Закупаем план, переводим и выполняем, да, ряд действий, направленных на оказание поддержки клиенту. Ну и, соответственно, таким образом мы полностью или частично проект, во-первых, реализовали, во-вторых, решили данную проблему конкретно именно с клиентом, на какой территории. Проект всегда носит командный характер. Вот одному на один поле не воля, да, а одному каши не сварить, ну, много есть такой программа, характеризующая работу над какими-то уникальными и сложными вещами. Вот проект это как раз это же. К сожалению, а может и часть, я думаю, что часть. Проект невозможно реализовать в одиночку. И это подталкивает нас к созданию проектных команд, к знакомству с новыми людьми и к согласованию определенных этапов и собственных действий с другими людьми и заинтересованными сторонами. Далее, такой же особенностью, новой особенностью является это необходимость проведения социологического исследования в рамках работы на проекте. В рамках работы на проекте нам важно понять, действительно ли есть проблема, действительно ли она та, которую мы видим, действительно ли она связана с теми причинами, которые мы хотим работать. Вот, именно об этом и говорит нам, да, особенность под номером 5. Идем далее. И шестая особенность – это взаимодействие с общественностью и властной структурой для достижения цели проекта. Поскольку проект социальный, и вот на данной картиночке мы видим множество, да, 7 человек, которые взяли за руки и прыгают, ну, как, уровень людей, мы видим и мы знаем, что социальный проект, когда цель направлен на решение различных социальных проблем и проблем общества, то в отрыве от самого общества, от социума и властной структуры, обладающей ресурсами, возможности. Проект, к сожалению, мы реализовать не сможем. Поскольку, даже если мы сможем реализовать, мы можем не взаимодействовать, он будет крайне неэффективным. Поскольку во взаимодействии с общественностью и властной структурой мы снимаем первичную обратную связь. Мы понимаем, действительно, нужен наш проект общество или не нужно, решает он действительно те проблемы, которые мы имеем, или не решает. Перейдем к рассмотрению технологических проектов. В первую очередь, это создание всегда новых продуктов и услуг, которые связаны с использованием наличия научных знаний и технологий. Это всегда что-то очень конкретное, это новый продукт, новая технология и услуга, который решает любые нужные проблемы. Сегодня привычные нам уже технологики, подработки, когда-то краски были каким-то новым продуктом, новой технологии. Вторая особенность производственного процесса входит в принципе стартап. Если мы с вами изучим и почитаем про стартапы, историю создания стартапов, то мы поймем, что это очень рискованное предприятие, на основе которого лежит создание продукта с использованием новой технологии. Это очень рискованная история, но в то же время очень мобильная, поскольку руководит стартапом всегда команда, гарантированная команда новых ребят, которые работают на энтузиазме, на идее. И важно, и значит, реализовать свою цель, делать профизу и сделать что-то новое. А также для построения активной предпринимательской экосистемы необходимо соблюдение трех условий, а именно возможность финансового научного достижения бизнеса, то есть продукты должны быть прикладной, а не фундаментальной для просто создания технологических проектов. Второе условие – это наличие механизма венчурного финансирования. Венчурное финансирование – это как раз-таки финансирование и инвестиции в деятельность. То есть компании, у которых еще может не быть готового продукта и сформированного клиентского портфеля. То есть компании, которые интересны и в будущем будут давать очень высокие результаты по бизнесу. Поэтому механизм венчурного финансирования должны работать именно на будущее. Инвестиции, которые в дальнейшем будут приносить вас. И третье условие – это развитие технологий. Поскольку
Człowiek powinien być wrażliwy do czegoś umowy, dobry na swoje postawienie, a spór na jakiś benchmark, my mamy kredyt na celu, który mogę być. No, nic panie, może być tańsze, musimy się planować, a nie, jeszcze raz, ja uważam, to jest dzień, nie zaprawić nasze ustawienie do takiej sytuacji, o czym chciał stać, tak się było spinalne, kreska i spasie serca, z szarikon, tak, program, będzie jest na CD, wydłanie, nisze, i fraza na kartynkę. To na to, że odpaliśmy dzisiejszy kurs, ja was kiedyś nie grałem. Na trzecim roku, mam czas zapisać, że musieli sobie jeździć. Jest nam chyba chyba niezłożny, skoro jest, każdy z nas jest drugi prawa prima. A po uczeniu zapłaty, dłużnie tracić się na buty, na buczki, na giery, na giery, na siostry. Czemu? Nie powinno spotkać na swój projekt? Nie idzie i zielona. No, to jest bardzo wielki. To jest taki kurs. I ważne, skrapunić. To było metr, to jest kamanda. I się jest, to jest interesujące. Это заинтересованные стороны, да, и стейкхолдеры, что можно назвать. Возвращаясь к предыдущей теме наших с вами встреч, мы вспоминаем, вам даже поговорим с братом, что мы обсуждаем сегодня и запускали, что мы про это будем. Говорим, что мы уже говорили о сложностях и возможностях. И вот, говоря о сложностях реализации проекта в Низе, сразу входит в рынок и ее возможности. Вот такую картинку нам предлагает сегодня рисовать на статье 1 для олицетворения и образа для искания образа. Он так или так или наши университеты, это и специализировали с практикой, фундаментальных наук с прикладными и, конечно же, огромное пространство для самореализации в нашей студии. Так вот, вместе с тем, важно всегда помнить, что помимо вашего проекта есть внутри университета существует огромное количество факторов, которые влияют на реализацию проекта. Некоторые из них представляют собой определенные барьеры, некоторые представляют собой и возможности. Например, среди таких факторов, да, стратегии развития университета, кадры, педагогические, административные, их опыт, функциональные структуры, традиции, которые сложились в университете. Мотивация сотрудников контингента, опять же контингент, да, какое его количество. Каким компетенциям обладает, сколько он мотивирован. Административная правовая форма образовательной организации высшего образования, которые значит, бюджеты есть. Подобные вузы тоже очень важны. Парень, конечно, важна структура возможностей, собственно, в университете, в рамках которой возможно реализовывать проект. Все эти факторы влияют на реализацию вашего проекта. И это определенная сложность, поскольку, когда мы думаем о плане мероприятий, направленных на решение какой-либо проблемы, мы задумываемся как раз как о той среде, в которой мы живем. Об этом важно думать. И важно, самое важное, да, это построить проект, интегрировать проект в процесс, который происходит в университете. Для того, чтобы вы получали поддержку и при реализации вашего проекта, внутри вузов, образовывался психологический эффект. Вот давайте рассмотрим следующее несколько слайдов, и с которой станет понятно, о чем я говорю. Ну, обычный процесс, какой-то базовый процесс университета, вуза, который всегда приводит к какому-нибудь результату. Например, такой процесс, как назовем его, реализация постоянной работы в университете. Но если мы с вами возьмем и интегрируем свой проект на внутри вот этого процесса исходного, например, какой-то процесс состояния, какая будет состояние студентов внутри университета, соответственно, начальство с планом состояния работы внутри университета, далее эти мероприятия реализуются, и в конце мы имеем какой-то результат. Но если мы с вами придумали экологический проект, направленный на увлечение молодежи, и так далее, в экологическую повестку, проведение суперпроцессов мероприятий внутри университета, либо вне, то обращаясь, да, обращаясь к национальной структуре, или к нужным национальным структурам, предлагая свой проект в качестве части общего плана, мы можем не только получить один результат общий, да, что мероприятие проведено, но и так проекты были проведены. Но вместе с тем мы можем разрабатывать другие направления и таким образом ссылаться на другие. Ну, говоря о проекте экологической тематики, допустим, там у нас три мероприятия внутри университета, пять мероприятий вузы, которые носят, могут носить профориентационный характер. Таким образом, мы помогаем структурам подразделения, которые занимаются профориентацией, можем их вовлечь, и у них будет плюс 6 мероприятий. Мы реализовали мероприятия внутри университета, а не одно, а три. Соответственно, да, у нас здесь первая полоска плюс 3, со второй плюс 6. И, допустим, мы еще в рамках проекта изготовили какую-то сильную продукцию, которую можно разыгрывать, в том числе на мероприятиях университета, да, упоминая ваш проект. Вот. И здесь мы дополнительно еще и материальный процесс определенный принесли, и выбор, ну, то есть для вуза, вот такого сотрудничества, она понятна, почему для вас еще возможно. Потому что, как мы уже говорили, ни один проект нельзя реализовать без команды. И интегрируя проекты процесса вуза, не забывая об этом, мы с вами добиваемся того, что среди нашей команды проверяются специализированные люди, обладающие определенными административными возможностями и влияниями, которые могут оказать реальную поддержку на реализацию нашего проекта. Вот, таким образом. Вот ты. Посмотрим, во что ты вляпался в этот раз. Слава богам! Я бы тебя нашла! Возможности поддержки на сайте, я тебя
слышу! Коллеги, уважаемые участники, я волновался! Тебя ищут люди с облога! В опасности! Жаль, что твое предупреждение запоздало. Используйте его. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркус? Виноградник? Дел, реально, а что? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я все продаю. На ваши вопросы. Так, сейчас немного ждем. Как эффективно построить систему управления, если я понимаю, что система как трудится на какой-то строительной управляющей работе, то мы, конечно, выходим за рамки стратегирования и возвращаем территорию. Я покрадусь, как я малыш. Очень важен наш подход к управлению персоналом. Если мы глядим на работников как на ресурсы и думаем, что сейчас моя ванна нам полезна только потому, что она может быстро может заполнить яркость форму, а что она может представить ее нужный отчет, то моя ванна делает это бесследно. Мы видим конкретно конкретные картины, мы видим лишь один ванну, который не меняет. Несмотря на все вызовы, внешне агрессивный среди детей, несмотря на все неблагоприятные
Снова нос ломать. Придется мне с этим разобраться.